Продолжается конкурс, который объявила администрация. Район «Поддержи, талисман предложи». След в истории Крымского района может оставить каждый желающий. Для этого нужно просто любить свою малую родину. Краснодарский край – это ведущий регион промышленного градовства России. Климатические условия на Кубани обеспечивают производство винограда, столовых и технических сортов разных сроков созревания. На территории края виноград выращивают более 40 специализированных хозяйств. В их числе Шато Ле Гранд Восток. Шато переводится с французского — это замок. Продукцию крымских винодельческих хозяйств знают и любят за пределами России. Виноград – это дар земли и солнца. Первый виноградник был посажен в 1613 году в Астрахани, а летом 2003 года молодой парень из Франции Франк и его жена Гаэль построили завод по переработке винограда. На земле Краснодарского края в хуторе Садовом появился уникальный российско-французский проект «Шато Ле Гранд Восток». Из питомников Франции привезли саженцы и оборудование. Молодая лоза была плотно высажена на склонах. Лучшее время посадки – это весна, о лозе заботятся круглый год. Ягоды собирают вручную. Издревле гроздь винограда символизирует радость, красоту, благополучие, мир семье, семейное благосостояние. На территории Крымского района расположены знаменитые на всю страну винные заводы. Поэтому виноградная гроздь по праву может считаться визитной карточкой города Крымска. Я считаю, что талисманом Крымского района должен стать самолет. Над голубым небом города Крымска каждый день летают новые самолеты, ведь после реконструкции открыли аэродром Южного военного округа. Он находится на северной окраине города Крымска. Наш самолет летит высоко в небо навстречу светлому будущему Крымского района. Голосуйте за самолет! Чтобы стать победителем, нужно предложить и нарисовать свой вариант талисмана и написать, почему выбрали именно его и как он характеризует наш район. Свои предложения присылайте нам в редакцию или отправляйте по интернету в администрацию района. Корреспонденты детских новостей предлагают новые варианты талисманов. Смотрите и голосуйте. Свое мнение высказывайте по телефону редакции 208 18.